Это что такое? Я что, по-твоему, курица? Знаешь, с этого места все очевидно. Странно, что ты купился. А теперь мне пора. Ну-ка, вернись, крысёныш! Говорю же, я не птица! А я не крысёныш, я Зинго, понял? Теперь сыграем в Зинго-бинго! Простите, я занят. Послушай-ка, пойми же, нельзя победить мультяшку не по-мультяшному. Я устал от беготни. Алло, Зинго-ко, хочу сделать заказ. Скажи, что ты сделал, чтобы его вытащить? Значит так, телек не работал, я включил плазму, молния ударила в мою тарелку, Зинго выскочил из телека, сначала было смешно, а потом он стал вести себя как помешанный. Бен, ты тоже зингуешь? Правда? Ты сделал... Неважно, удар молнии озингил твои часы, в тебе есть зинго-сила. Ого, если это так, добавим огоньку в наше шоу. А, да, вот это круто! Хочешь узнать, что такое огневая мощь? Смотри, что я купил! Я не знаю, что делать! Ты видел все выпуски этого шоу! Будь как Зинго! Как Зинго, значит? Круто! О, снимается? А как насчет удара ногой? Кстати, пожарная инспекция! О, виноват! Простите, позвольте поджарить вам завтрак. Вы очень любезны. О, нет! Ваш заказ готов! Приятного аппетита! Хватит! Подожди, Зинго! Мы еще не играли в пружинку! О, тогда вот тебе трамплин! О, может тебе использовать подход помягче? Что, Гвен? Я не расслышал из-за выстрела!